Здравствуйте, в эфире «Новости Дагестан». Я Фатима Каталибова. И вот главные темы выпуска. В горах Дагестана автомобиль с семьей из четырех человек сорвался со скалы. Подробности через минуту. Учат, но не лечат. Почему в школах республики все еще нет медицинских кабинетов? Расскажем сегодня в выпуске. Не детская махинация. В Дагестане выявлены случаи мошенничества с материнским капиталом. Трагичная новость из Хунзахского района. Автомобиль с пассажирами опрокинулся в ущелье водопада Тубот. В машине находилось 4 человека. Все они погибли. По предварительной информации, это семья из Оренбургской области. Родители и двое детей. На месте трагедии работают полицейские, спасатели, волонтеры из числа местных жителей. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Глава Дагестана Сергей Меликов обещал оказать необходимую помощь родным погибших. В значительной части дагестанских школ нет медицинских кабинетов. Об этом говорили на очередном совещании Кабмина региона. Всего по республике около 1400 общеобразовательных организаций, а профессиональными врачами из них обеспечены лишь 182. Почему статистика столь неутешительная? Объяснение у чиновников этому есть. Подробности в сюжете Патимат Ханаповой. Дети шустрые, травмы у них случаются буквально на ровном месте. Поэтому каждой школе, согласно федеральному закону, необходим медицинский кабинет. В Дагестане, как оказалось, с исполнением этих требований складывается не самая приятная картина. Руководители министерства, ответственных за реализацию этого норматива, в своих докладах озвучивают причины такого неутешительного итога, тонко намекая, что они ни при чем. По словам министра образования республики, основная проблема заключается в отсутствии у школ лицензии на оказание медпомощи. По данным проведенного мониторинга следует, что из общего количества общеобразовательных организаций республики 1396, без учета частных организаций, лицензия на осуществление медицинской помощи получена 182 организациями. Основной проблемой во всех муниципальных районах при подготовке документации на получение лицензии является несоответствие помещений в образовательных организациях республики установленным требованиям СанПин. Выполнение требований СанПин не представляется возможным в связи с тем, что некоторые образовательные организации расположены в приспособленных, ветхих и аварийных зданиях, не являющихся типовыми. Учитывая изложенное, считаем целесообразным в тех образовательных организациях, в которых отсутствуют лицензированные медицинские кабинеты для оказания первичной медико-санитарной помощи, заключать договоры с медицинскими организациями на оказание медицинских услуг обучающихся и воспитанников. Министр здравоохранения республики подтверждает озвученное Яхья Бучаевым, но вместе с тем называет дополнительную проблему, из-за которой вопрос внедрения медкабинета в школы оттягивается. Это отсутствие необходимого размера финансирования. Нагружая учебные учреждения, медицинские учреждения медицинским персоналом, который не будет осуществлять, или деятельность которого не будет приводить к тому, что мы выставляем все счета в фонд для оплаты, будет тоже ложиться бременем на медицинское учреждение, и оно должно будет свои расходы на содержание медицинского учреждения, на медикаменты, на тот же самый там перевязочный материал, соответственно, урезать, чтобы выплачивать заработную плату. Ситуация неординарная. Если раньше нас ограничивало то, что мы не могли вводить штатные единицы, сейчас такой в отношении ФОМСа такой запрет, в общем-то, снят. Мы можем их вести, но вопрос в том, как их содержать. Такой довод не устраивает ни министра финансов республики, ни главу Кабмина Дагестана. Тонкий намек на выделение дополнительных средств из резервного фонда был воспринят остро как Юнусом Саадуевым, так и Абдулмуслимом Абдулмуслимовым. Если дополнительно будет у нас какая-то большая школа лицензированная, и они захотят иметь отдельного врача, но это должен содержать уже непосредственно каждый муниципальный бюджет. Вообще все чиновники привыкли идти по пути наименьшего сопротивления. Все чиновники не выполняют свои должностные обязанности, как это требует регламент, не организуют работу, как это требует инструкции. Вместе с тем есть путь наименьшего сопротивления. Единственный поставщик и резервный фонд. Все. Если вы в дальнейшем намерены так продолжать свои работы, про свою работу вам поддержки не будет со стороны руководству. Я это официально заявляю всем и тем, кто там находится на ВКС.
По итогам совещания очевидно, сегодня наличие медицинских кабинетов в образовательных учреждениях скорее редкость, чем правило, но власти намерены в корне поменять ситуацию. Премьер-министр республики поручил всем ответственным принять необходимые меры по лицензированию, а также рассчитать необходимую численность медработников и определить объем финансирования. Патимат Ханапова, Мурат Бибарзов, новости ННТ, Махачкала. Профилактику детского дорожно-транспортного травматизма и пожарной безопасности в образовательных учреждениях обсудили в Махачкале. Совещание состоялось в школе номер 61 под руководством начальника управления образования города Марата Ибрагимова. В мероприятии приняли участие также руководители ведомств и подразделений ГИБДД, РОВД, а также директора школ. Выступающие обсудили обеспечение детей транспортом, а также наличие техосмотра у автомобилей, задействованных в перевозке детей. Спикеры также затронули вопросы, касающиеся правил поведения учащихся на воде, а также указали на важность наличия паспортов безопасности у школ в рамках требований к антитеррористической защищенности объектов. Дети для нас это самое главное. Были случаи, к сожалению, когда трагический исход был, трагические последствия. Мы все должны вместе сделать соответствующие выводы, и эта работа должна проходить в ежедневном режиме. На основе вышесказанного сразу же дам соответствующие поручения начальнику отдела воспитательной работы и дополнительного образования Тагирову Гаджимурадову Абдулкаримовичу подготовить приказ о проведении с 1 сентября 2022 года месячника безопасности дорожного движения в образовательных организациях, согласовать его с отделом госавтоинспекции города Махачкалы срок до 20 августа, чтобы мы уже с 1 сентября могли эту работу конкретно отслеживать. Также подготовить план совместных мероприятий с отделом ГИБДД по городу Махачкале по профилактике безопасности дорожного движения в образовательных организациях на 2022-2023 год срок до 26 августа. Руководителям образовательных организаций предоставить информацию о наличии и состоянии дорожных знаков и разметок вблизи образовательных учреждений в отдел воспитательной работы и дополнительного образования в срок до 10 августа 2022 года. Вы, руководители учреждений, лучше знаете, какая ситуация у вас по разметкам рядом с той или иной организацией, где нужно обновить разметку, сообщите, пожалуйста, нам в отдел. Мы соответствующие службы вместе с вами к этой работе привлечем. Также разработать и согласовать с отделом ГИБДД по городу Махачкале паспорта безопасности, о чем ранее было сказано, срок до 20 августа. Транспортное сообщение с Докуспаринским, Ахтынским и Рутульским районами частично восстановлено. На автодороге республиканского значения Магарамкент-Ахты-Руту движение временно открыто по одной полосе. Расчистка обвала продолжается в круглосуточном режиме. Для координации работ на место выехало руководство Дагестана Автодора. Тем временем продолжается и ремонт трассы Буйнакск-Гимры-Черкота. В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» здесь запланирована укладка покрытия на более 20 километрах пути, из которого уже асфальтировано 15. Помимо этого, специалисты продолжают заниматься устранением просадок с заменой грунта земляного полотна. Проводится на месте также ремонт укрепленных кюветов. На объекте предусмотрен весь комплекс мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения. В частности, установка дорожных знаков, сигнальных столбиков, оградительных приспособлений и нанесение дорожной разметки. Отметим, что эта автомобильная дорога соединяет горные районы и центральную часть Дагестана со столицей республики. Завершение работ предусмотрено на конец сентября текущего года. А в Махачкале по улице Докуспаринская завершается строительство ливневой канализации. Специалистами устанавливается бордюрный камень. Работы по демонтажу незаконно возведенных на муниципальной земле заборов, выходящих на территорию улицы, завершены. По словам сотрудников городской администрации, после строительства инженерных сетей темпы работ будут ускорены. Продолжаются работы по улице Докуспаринская, поселке Ленкент. На данном этапе завершается укладка подземных сетей. Протяженность данной улицы 2 километра 600 метров. Сложность проведения работ была связана с тем, что очень много было моментов самозахватов. Это заборы, которые выходили на территорию дороги. Пришлось их демонтировать. На это ушло определенное время. Но к установленному сроку мы данную улицу сдадим. Напомним, что строительство улицы проводится в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Сейчас краткий обзор новостей с Каримом Даниевым. Далее продолжим. В КТ
Спартакском районе в результате наезда автомобиля погиб 11-летний мальчик. Трагедия произошла на автодороге Левашима-Меткала. 69-летний местный житель, находясь за рулем машины, не успел отреагировать на ребенка, который проезжал дорогу на велосипеде. В результате ДТП мальчик был доставлен в больницу, где впоследствии скончался от полученных тяжких телесных повреждений. Полицейские задержали жителя республики, который напал на приезжую семью с ножом. Благо, обошлось без жертв, его вовремя успели остановить. Инцидент произошел накануне в Каспийске. Там 51-летний местный горожанин, находясь за рулем автомобиля, задел детскую коляску, в которой был ребенок. Отец малыша выразил возмущение в адрес водителя, на что получил угрозу о расправе. В ходе конфликта злоумышленник взялся за холодное оружие и двинулся в сторону оппонента. В Дагестане 13 местных жительниц обвиняются в махинациях с мат-капиталом. Как сообщает Следственное управление СК России по Дагестану, с 2019 по 2021 год несколько жительниц региона в сговоре с сотрудниками ЗАГСа, пенсионного фонда подделали документы о рождении детей. Это позволило им получить средства материнского капитала. Следствие полностью раскрыло состав преступления и передало материалы в суд для вынесения вердикта в отношении подозреваемых. В поселке Дубки Казбековского района проводится реконструкция туристической пешеходной дороги, которая ведет к смотровой площадке. На сегодняшний день ведутся работы по поднятию уровня аллеи на 1 метр. Уже забетонировано 120 метров и подготовлено под заливку 50. Ожидается, что реализация проекта позволит разгрузить поселок от большого потока автомобилей, проезжающих через поселок к Сулакскому каньону. Способствовать адаптации иностранных граждан в Дагестане, при этом сохраняя родные языки и традиции. Эти и другие вопросы обсуждались сегодня на пресс-конференции с участием министра по национальной политике и делам религии республики Энрика Муслимова. В ходе встречи говорили о вопросах национальной политики, этноконфессиональных отношений, взаимодействия с институтами гражданского общества и с религиозными организациями. Энрик Муслимов разъяснил присутствующим, как функционирует ведомство, для чего было создано и указал на определенные направления деятельности министерства. Если у нас нет межнациональных, межконфессиональных конфликтов, значит министерство работает. На такой многонациональной республике, как Республика Дагестан, не иметь это министерство невозможно, неправильно. Почему? Потому что это министерство есть во многих республиках. По значимости, я имею в виду, не социально-экономическому, а вот по количеству коренных народов, наций, национальностей, которые меньше. Это вообще я считаю, что межнациональный, межконфессиональный мир – это фундамент для всего общества. Вот если мы строим дом, если фундамент будет не крепкий, не прочный, то и дом под угрозой. Примерно то же самое. Эти отношения, межнациональные отношения в республике, должны к ним подходить именно таким образом. То есть все, что касается межнациональных отношений, развития национальности, их жизни, быта, сохранения обычаев, культуры, традиций, это вот все вместе называется государственная национальная политика. На нас возложены обязанности по гражданскому обществу, то есть все общественные организации, которые зарегистрированы, которые ведут свою деятельность в Республике Дагестан, координации их деятельности, оказание помощи, проведение совместных мероприятий – это ведение министерства. Другой блок – это социальная и культурная адаптация иностранных граждан. Боец Мухаммад Макаев проведет второй бой в UFC. Вечером субботы на турнире лиги в Лондоне дагестанец из Манчестера встретится с американцем Чарльзом Джонсоном. Первый этап подготовки к бою спортсмен впервые проводил на своей родине. Макаеву 21 год. Он родился в Буйнакске, но с 12 лет вместе с семьей переехал в Англию. Весной боец ударно дебютировал в UFC, задушив на 58-й секунде Коди Дардена из США. Соперник Макаева, 31-летний Чарльз Джонсон, имеет в активе 12 боев, из которых побеждал в 10.
Смотрите нас также ВКонтакте и на Яндекс.Дзене. Я с вами прощаюсь. Всего доброго.